Можно это зажечь? Он увлечен. Он постоянно, вот он увлечен, он все время, я к нему очень часто прихожу. Вот, и каждый раз он хочет меня удивить вот каким-то своим. Привет, пап, как дела? Ой, у меня такие новости опять. То есть он, с одной стороны, вроде с такой усталостью, что когда же это кончится, когда же, наконец, у меня будет возможность взять и сесть, записать все, что за это время, там, за эти несколько лет успел сочинить. Вот, это говорится, но каждый раз ты с такой вот радостью, что вот ты знаешь, я вот тут поставил чайник, и всегда вот происходит. Происходит утром одно и то же. Вот, я говорю, может, стереотип какой-то надо разорвать. Что вот он приходит, ставит чайник, пока чайник кипит, нечего делать. Пока нечего делать, нужно быстренько крутится мелодия, нужно быстро побежать и что-то успеть записать. Пока идет записывать, увлекается, наверное, вот чайник сгорает. Вот. Или уже, ну там чайник многострадальный, может быть, его тоже нужно приобщить. Für mich ist Silvestros Musik auch nicht von der Erde, nicht von dieser Welt. Sie ist von einer anderen Welt. Das geht mir so, wenn ich die Musik spiele, und es geht mir noch mehr so, wenn ich die Musik höre. Und es hat einmal so eine lustige Geschichte gegeben. Ich war eingeladen und er hat Erdbeersalat gemacht und hat seine Brille nicht getragen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, er braucht die Brille ja gar nicht. Er sieht ja ganz gut ohne Brille. Und dann hat er gesagt, nein, nein, er braucht die Brille, um zu sehen, dass er immer noch auf der Erde ist. Und das ist ganz typisch für ihn. Oh, da. Durch, durch, durch. Verdammt. Он был авангардистом в 60-е годы. Мы знаем, что это означало, он был гоним и так далее. Но он же продолжает быть авангардистом до сегодняшнего дня. Почему? Потому что уже в 70-е годы он от авангарда отказался. И его крылатая фраза «авангард» — это еще и умение уйти от авангарда, отказаться от авангарда. Вот, и таким образом это было не просто переход, но это был взаимосвязь была с предыдущим. Ну вот такая вот. Как бы авангардные все эти патэ и жесты ушли в подтекст, в какой-то чуть-чуть. Это напоминает как соль. То авангард такой же, это когда ты ешь и одна соль перед тобой. Вот ешь кучу соли. А теперь эта соль авангардная, она только чуть-чуть. Вот если бы ее не было, вообще было пресно. Но она есть, присутствует в этих текстах. Ну, убери тем, прекрасные там мелодии, даже темы у Бетховена, оставь только Бетховена. Там
все это, бетховенское вот это бубу, ага, оно еще держится на красоте каких-то оборотов, каких-то этих образований. Вот если это убрать, то Бетховен будет, но это не будет Бетховен такой мычащий, как вот бык. Бык корненок был Бетховен. Написано. А тут та-да-да-там, слово. Та-да-да-да-да-да-да-да. Это мелодия. А не просто там что-то. Вот это будет Бетховен просто. Что-то, вот, что-то такое сердито бормочет. Посмотрите, если я помню, что там рубато, может быть.